Приветствую! Сегодня поговорим об отсрочке по 11 абзацу статьи 23 Закона Украины о мобилизации. И будем говорить не в целом о самой статье, а о алгоритме действий. Мы уже встречали с вами в сети информацию о том, что есть некий алгоритм действий, что ТЦК и СП его получили и по нему работают. И мы пытались получить тоже текст этого алгоритма. Мы подали три запроса. Три запроса в Министерство обороны, и третий, последний запрос был удовлетворен. И мы наконец-то получили ответ. Спустя уже три месяца мы получили ответ. И вот давайте сейчас посмотрим этот прекраснейший ответ, и увидим в нем прекрасный подход э, чиновников. К взаимоотношениям с людьми. Итак, смотрим. И вот вы видите этот запрос. Естественно, персональные данные я закрыл. Можно обратить внимание, что начинается со слов Шанов на пани. Это связано с тем, что это уже Третий был запрос, и поскольку мне не везло, решил попробовать: что может если подать от шановной пани, то повезет больше. И действительно, нам повезло больше. Итак, чего касался этот запрос? Вот они говорят: стосовно алгоритму ди при розгляде вот с их пытань, Щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, ну і почему-то здесь вот указали статью 2. Хоча, єстена, речь йде о 23 статье. Ну, не суть важна, Головне, какой ответ? Вот, смотрите во втором абзаці вони пишуть, що за результатами розгляду повідомляємо, що розпорядженням заступника начальника генштабу ЗСУ. Від 10.07.23 номер 55676 Дріб с визначено алгоритм реалізації змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема в частині надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до 11-го. Далі вони говорять, що зазначене розпорядження доведено до ТЦК та СП встановленим порядком та забезпечено його виконання. І так ми узнали достовірно, що є все-таки некий алгоритм. Хотя мы и раньше это знали, потому что э, представители ТЦК и ИСП об этом все равно не особо скрывали, скажем так. Но текст они не дают. И наша задача была текст получить, да, посмотреть, а что же в этом алгоритме действительно написано. Потому что то, что я встречал в интернете, ну, это неофициальные данные, и ты не знаешь, что написано. Но, но, дальше, дальше. Вот мы смотрим третий абзац. Четвертый и пошло, пошло, пошло. Вот все это. Это объяснение о том, что есть у нас в Украине понятие информации с ограниченным доступом, какая информация ограничена может быть в доступе людей. И в итоге вывод с огляду на зазначенное. Для ознайомлення з переліком документів, що зазначені в алгоритмі реалізації змін до закону не України, та які необхідно надати військовозобов'язаного до РТЦК та СП за місцем перебування на військовому облікі з метою отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, за умов визначених в Абзаці. Пропонуємо військовозобов'язаному особисто звернутися до РТЦК та СП за місцем проживания особы? Вы поняли, что они говорят? Они говорят, что этот документ является секретным, и если ты хочешь узнать, что в этом документе написано, ты должен прийти лично в ТЦК и СП. А вот теперь скажите мне: а где в этом логика? Ну вот вы серьезно сейчас. Вы принимаете изменения в закон, придумываете такие условия, которые нельзя подтвердить ни одним документом, потом даете алгоритм действий, алгоритм действий по оформлению отсрочки человеку, но при этом вы скрываете этот алгоритм и говорите все это информация с ограниченным доступом и вы узнать об этом не можете но если вы очень хотите узнать то вы можете прийти в тцк и сп и мы вам дадим список документов я честно не понимаю я честно я даже не хотел снимать это видео потому что я понимаю что ну, оно достаточно бесполезно да но вот у меня этот ответ лежал уже две недели где-то лежит и чего-то, вы знаете, мне захотелось с вами поделиться, потому что ну, это вот вопрос, который беспокоит очень многих. А у нас, напомню, в стране 2,7 миллиона людей с инвалидностью, у многих из которых есть дети, мужья, родители, которые хотят получить отсрочку, но мы придумали закрыть эту информацию. Ну, ну где, где в этом логика, я честно вот не понимаю. Ну и давайте так, чтобы была все-таки хоть какая-то польза от моего видео, что касается практики предоставления отсрочки по абзацу 11. На сегодняшний день практика очень разнообразна. И разнообразие заключается в том, что все зависит от того, на каких людей в ТЦК ты попадаешь. Вот каждый ТЦК – это свои условия предоставления отсрочки. И есть ТЦК, которые нормально, вот ты можешь прийти, принести там свидетельство о рождении – что еще? Документ о инвалидности, там справку МСЭК, например, супруги, да, и все. И максимум в заявлении на оформление отсрочки ты пишешь, что других лиц нет, и все. И говорят, окей. Кто-то говорит, что окей, но мы отсрочку тебе не оформим. Мы тебе не дадим ни одного подтверждающего документа, что у тебя есть отсрочка, но мы трогать тебя не будем. То есть вот есть такие подходы. Ну и, естественно, есть достаточно такие жесткие подходы, когда начинают говорить, а ты принеси документы, подтверждающие, что у тебя нет родственников других. А, как мы с вами знаем, таких документов не существует в принципе в природе. То есть государство говорит, дай мне то, не знаю что. Вот, да, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Как в сказке. И к сожалению, к сожалению, на практике мы видим даже вот такие отказы на мой взгляд, необоснованные отказы в предоставлении отсрочки. Тем не менее, люди мы уже знаем, что люди идут в суды и получают положительные решения, в которых суды обязывают предоставить отсрочку, на мой взгляд, острой необходимости этого делать. Нет. Почему? Потому что само право на отсрочку, оно у этих людей есть. И даже если ТЦК СП не выдал никакой документ об отсрочке, это не говорит о том, что ваше право нарушено, что, ну, вернее, как, оно нарушено, да, потому что они должны были бы дать все-таки соответствующие документы, но... Главное то, что у вас это право, оно предусмотрено законом, документы подтверждающие у вас есть и даже если вам не дали эту отсрочку, да, это не значит, что вас можно призвать. Вот и еще, да, забыл сказать, еще об одном документе, который очень часто ТЦК и СП принимают. Это заявление, которое человек пишет у нотариуса и нотариус заверяет его подпись. Заявление по какому типу заявление инвалида о том, что у него нет других родственников, которые могут, обязаны осуществлять утримание его, содержание его, кроме там вот единственного моего сына. Нотариус эту э, подпись заверяет на этом заявлении, и вы подаете в ТЦК и СП. Но, к сожалению, опять же, сталкиваемся с тем, что есть ТЦК и СП, которые говорят, ну а что ты нам принес? Нам эта заява вообще не нужна, она ничем не предусмотрена, ничего не подтверждает, это вы там что-то написали, и все. Вот такой бардак происходит, до сих пор происходит, у нас уже прошло... Три месяца, уже больше трех месяцев прошло с момента, как внесли соответствующие изменения. До сих пор проблема эта не решена. И государство вот не хочет здесь открыто выступать как-то и решать эту проблему. И напомню, что если вдруг вы оказались в такой ситуации, что вам не дали эту отсрочку, вас призвали в связи с этим, и вы оказались уже, вы стали военнослужащим, помните, что в соответствии с 26 статьей закона Украины о воинской обязанности и воинской службе, вы можете уволиться на том основании, что у вас жена с инвалидностью, родители с инвалидностью, либо родители жены с инвалидностью, и при этом вам не нужно доказывать, что нет других родственников, которые должны их содержать. Вот вдумайтесь, этот вопрос тоже он до сих пор не решен, и люди, которые не могут получить отсрочку на этом основании, они могут уволиться из службы в армии. Почему? Потому что не нужно доказывать, что нет других родственников. Соответственно, если вдруг вы оказались вот ну, в такой сложной ситуации, неоднозначной, да, помните, что всегда вы можете уволится. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Ну а если вы считаете, что в данном видео была хоть какая-то частичка пользы, то поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и приглашаю вас на свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Пока-пока!